Всем привет! Мы тут пытаемся Ливсика задобрить, чтобы он попробовал достать орешек из домика. Моего старого. Но Ливсик решил разбомбить домик. А орешек достать? Хотя, если да, разломать домик, то, в принципе, орешек достанется без проблем. Ливсик, так ты его закрываешь. Ну, тебе же не жалко домик, Алис? Так. Для любимой птички. Ливсик, не, чтобы не наелся этой гадости. Доставай орешек. Открывай дверку. Доставай. Ливсик, доставай. Вот же грызунишка. Ливсик. Ты стой, но попугай такой. Он этот домик не боится, потому что он у нас... Очень-очень давно, еще был до того, как появился Ливсик. Вон орешки. Смотри. Ну, доставай. Там целых два орешка. Нет, дверка интересней. Нет, я тут пазл засобрала. Я не знаю, как поднять его. Ливс. Он не заразился. Никак. Ливсик. Ну что ж ты за птица такая? Вон там. Лапкой. Нет, никто не смеет Ливсику мешать. Делать, что он захочет. Конечно. Давай еще раз. Смотри. Орешек. Смотри, иди сюда. Смотри, куда я ложу. Ливсик. Сейчас опять упадет. Да, Ливсик, не падай. Иди за орешком. Иди. Иди на свет. Вот. Доставай. Ливсик. Ну, достань орешек. Смотри, я уже даже возле самой двери ложу. А, ну да. Ливсик. Ну, это нечестно. Хвостатый, иди за орешком. Ну, доставай. Вот. Ура! Или не достал? Не достал? Укатился орешек. На. А уже был так близок к победе. Будь здоров. Что, Ливсик? Не получилось.